Главные события состоялись в Краснодаре. Сюда приехали мальчишки и девчонки со всего региона. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, отличники учебы и дети-инвалиды. Главной площадкой для торжеств стал парк 30-летия Победы. Туда сегодня приехал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он вместе с сыном прогулялся по парку. Там весь день проходит развлекательная программа. Работают спортивные площадки и творческие мастерские. В вашем возрасте важно себя попробовать. Для чего попробовать? Чтобы в жизни себя найти. Найти, но ни в коем случае не потерять. Поэтому есть возможность. Эта возможность называется детством, где надо все руками прощупать, ногами, где можно пройти, и потом определиться в жизни. Где ваша настоящая жизненная дорога? И мы на вас надеемся, что вы себя найдете и станете очень талантливыми и успешными. Вы реализуетесь, а значит, Кубань будет еще богаче. Школьники с удовольствием показали Вениамину Кондратьеву свои научные проекты. Например, ученик из Геренджика наглядно продемонстрировал разработку нового вида общественного транспорта – канатной дороги для перевозки пассажиров. Ну а те, кто решил в этот день просто отдохнуть, катались на аттракционах. Все они сегодня для детей работали бесплатно.